сейчас. Сейчас в школе. Как вы живете? Я тебе тогда сумму, я ничего не сказала. Завтра что вы хотели? А? Что хотели? На Рыжковске. Там 35 кубометров воды. Грунта унесло. Она рядом земля. Мы вчера там били сколько, полужилые выше. Но только ограждение подняли. Там прорвало, внизу прорва глубиной, ну не меньше, наверное, 4,5 метра на всю ширину. Что я могу там сделать? А лишние, которые мы специально надвинули, прямо рядом, ну вот, землю столкнуться. Надо посмотреть. Ничего больше не надо. Рядом земля, края большие, и специально там сделано для того, чтобы можно было. А теперь дальше сделаем на 12 метров, там где стрели, там сделаем. Там прорва не должно быть. Так. Маленько сюда повернитесь. Вот прошлое у нас это было, наверное, когда было? В четверг? Или в какой день мы тут? Собрание. Четверг. В четверг? Нет. Ну, может быть. В среду мы ездили, в среду. Было собрание, предупреждены были, кто не пришел. Согласно уставу, все равно собрание состоится. О чем шел? Речь о том, что лагерные постройки, когда это в 16 году, 19 июля было, я передал пользование, не пользование, а в собственность деревни. Лагерная, это деревенская. Но она стояла так, и там и быки там разные заходили, ломали и все. Вот. Было принято решение деревенское, чтобы мы взяли на себя, меня попросили отремонтировать и сделать музей. Вообще идея это очень перспективная и далеко идущая. Ну и вот мы согласились с радостью, мы там около 20 столбов закопали, ограду вокруг. Теперь, а там быки заходили, а кого они, прутья там сгнили, они все это. Ну и все поштукатурили, вот у нас Марина, вот новенькая, фамилия божественная, Христенко. Он Бог дал как. А это ее дочь Яна Полина. Вот, вот она. Вот все вчера там были. Это наштукатурили. Я был там, помогал Нестор, Володя и Марина. Все заштукатурили. Не знаю теперь, как подсохнет, побелить надо. И можем сделать первое приглашение. Батюшка говорит, чтобы хотя бы один матрас был, как у нас когда было. Вот. То есть на этот уровень выходить, это ну, о деревне маленько будут знать. Тем более, как называется? Назови. Музей-комплекс для бедных лагерей. О, ни одного слова. Музей в скобках комплекс. Что означает комплекс? То есть все, что есть. А все, что есть, это не там. 13 моментов есть, которые именно здесь у нас в Потеряевке были. Отдельно склад для обуви приезжает, нету там, выдавали. Отдельно склад для постельных принадлежностей, со с лишним подушек. Матрасов, другое. Вот считай даже, два склада. Колодец, который был там, мы перенесли сюда, свой выкопали. Вот он здесь, а как будто речь идет о там, комплексное. Дальше, хранение продуктов, специально сделано на рельсах стоит лабаз, железная плита, и туда мышь не может пролезть по закону. Ну, только зимой, когда снег бывает, она может там еще как-то. По порядку, баня. Баня была у нас вот здесь на берегу, кто старые люди еще знают где-то. Теперь своя баня. Стирка, здесь устраивали все. Электроэнергия проведена. Это все лагерное. Столбы, провода. И мы по порядку начинаем смотреть. Зал для просмотра фильмов. Сколько здесь? Вот это значит комплексное. К лагерю очень много относится. И мы не получили ни рубля от государства. А на это отпускается не миллионы, а миллиарды. Понимаете как? Родители платят. То есть те лагеря 10% от стоимости, а у нас все 100% на них попадает. Ну ясно, что у нас дороже. Но у нас самая дорогая путевка в лагерь была в 4 раза дешевле самой дешевой тамошней. Но у них оплачивается все это. И вот деревенские обещались, там записано так, сохранять от повреждения то, что есть. Как? Ну вплотную не нагонять табуном. Маленечко там отверни где. Они через ограду не прыгнут. Смотреть, чужие, чтобы, говорится, там не шарились. Когда нужна электроэнергия, у нас линия идет, отключается, включил, когда приедут гости. Мы не знаем, как будет, но сохранено, и для того написано, что если будут люди новые приезжать, было бы где остановиться.
прямо обговорено. Если занятие нужно, когда, там можно проводить занятия. Мы столы поставим, батюшка говорит, обязательно надо будет сделать. Ну, основное это уже сделано. Загородили и отштукатурили, дыры все залатали. А дальше будет видно как. Я вот оповещение вам дал, а вы сами уже смотрите. А я не могу ничего делать. Это неправда. Ты помолись, это уже помощь, притом большая помощь. Бог располагает сердца людей. Вот мы лишились сколько, посмотри. Был Роман. Лучше человека, которые поселенцы были, никого не было. Я ни на шаг никуда. Все может делать. Тополя свалил, на которые смотреть было страшно где-то. Заело на другом. Началось с плоской земли. А дальше ИНН. Все это мировая закулиса. Батюшка причастился через неделю. Батюшка безблагодатный. Батюшка говорит, 40 лет служу, такого не слыхал даже. Явно дело, что дух лжи входит в человека. Вы знаете, Никита был... Ничего не умеет делать, но помаленьку начал учиться. Но зато компьютер разбирался, можно было обратиться за помощью. И потом такую штуку выкинул, за что тут собрались, говорили-то. Потом раз, я ему дом подарил, бросил, как будто никогда не был. Но он научился колотить кладки, когда забивали сваи. Было, даже дрова маленько тут уже рубил. Ну, можно было. Все нету. Смотрим, третий у нас был здесь Виталий, пришлось прогнать. По определенным причинам. За все время, как он ушел, ни одного плохого слова не сказал. Сделался помощником в интернете. Какие, вот насколько разные люди. Никита в армии. Я посмотрел, сколько. Витя здесь был и смотрителем, и учителем. Теперь вроде там что-то, я не знаю, еще могу ошибиться. Кем он там? Где-то нанимается на ферму, что ли, за коровами во Франции ухаживает. Как будто потеряешься, хуже пахнут. Ну, я не знаю. 5 человек, 5 мужчин лишились. Почему? Бог знает. Я сделал пример. Вот представьте, на фронт идут, надо победить врага. Ну и кликнули клич. А кто знал, как воевать? Не все. И у них были такие правила, что даже выдумать нельзя нарочно. Вот выстроились так, слушай, а ты когда женился? Он говорит, месяц назад, отойди в сторону. Ты не имеешь права на войну идти. В течение года утешай жену. Вот это правило. А дальше? Ты что, виноградник садил? А виноград вырос? Нет. Иди отсюда. Когда виноград поешь, все, дом строил. Ну, построил, да почти. Ну, почти. Ну, не жил в нем, нету. Отойди в сторону. Страна в опасности, такие законы. А потом, кто боязливый, боится умереть за родину? Отойдите. Шагнули назад почти 90%. Но на дому будет прибита табличка. Дом трусливого. Дети будут называть это из дома трусливого. Нет, я тогда пойду на фронт. То есть, понимаете, какие правила в Израиле были? И Господь говорит, вот вы 32 тысячи собрались, а там 150. Победите вы их? Нет. Теперь отсеялись одни. Теперь еще много. Подвел к реке. Пейте. Одни упали вот так и пьют. А другие одной ладошкой, а другое оружие держит. Автомат прижал, почерпнет воды. Вот Господь говорит, вот эти 300, которые оружие не положили на секунду нигде, пойдут, а эти, а идите, корольте обоз. Вот как написано. И так у нас, может быть, людей было много, а вот оно прорвало, и позапрошлый труд в другом месте как будто не было. А это меньше, меньше и больше никогда не прорвет. Я просто аналогию беру. Может быть? Да, может. Скажет, да как это? Я не знаю как. Господь расположил их, они кричали, 300 человек. Кричали, один в проход оставили, они в этот проход и сунулись. И была полная победа. А кто это делал? Гедеон. Новосибирский, барнаульский архиепископ был Гедеон. Правда, он клич этот не сделал. Такой вот. У нас должно быть сочувствие к ближнему. Тогда мы наше горе перенесем легче. Бабушка подошла, горькими слезами плачет. Отец Пафнутий. Горе-то какое. Он думает, что сын погиб. Нет, говорит, у меня курочка сдохла. Оказывается, у нее ничего больше не было, кроме курочки. Вот так. Сдох у нее бычок. Да поможет тебе Господь, да восстановит тебя, да возвратит тебе. Спасибо, Христос. Понятно как? Мы должны это видеть, потому что боль чужая, твоя боль. Так написано. Если этого нет, ну вот эти дети в Кемеровской сгорели. Понятно, родители отдали пост, они не понимали. Говорили, 46 детей сгорели, потом 60, а сейчас говорит о больше сотни.
Они гнали и гнали в этот день автобусы на там, каком на 7-м этаже, а потом подперли двери, говорят, подпертые были двери. Даже какую там экспертизу нельзя сделать, просто пыль одна осталась, сгорели. А что дети кричали в последнюю минуту? А у родителей-то больше нет. Если ей было 10, ну 10, 9 каждый день заботы, ей уже не до этого. А если он один был, то все. И она каждый день упирается, вот ковратка его, вот его скрипка, вот он играл, ничего нигде нету. Да зачем я туда пошла? Теперь кроме раскаяния нету. Но раскаяние ложным путем идет. Почему его в церковь этот день не пошли? Почему ребенок этот должен был там сидеть, а не на природе гулять? То есть это тоже тема для разговора. Я вам говорю, не называя имен, вы сами знаете. Ну и прошу вашей молитвы. Главное, это Алеша. Да будьте мне дорогой. Это особенно углубляющий где-то. У меня все для этого есть, чтобы оставить хорошую рыбу. Такое ощущение, что динозавра живого легче найти, чем драглайн. Вчера говорят, нашли, так... дорогой, нашли, все, готовый приехать был. Да? Да, который, Валерий этот, все нашел, ну за каждый час 2500 платить. Ну это тогда, сейчас говорит в это, половина порезали на металл, каких-то продали и говорит, что тракторист на нем, непростой тракторист, то есть если человек сядет за экскаватор, он через 30 минут научится и может там работать. А здесь, говорит, с особым опытом должен быть человек. Там он по-особому работает, говорит, не так, так просто. Но Господь. Ну вот только молиться надо, да, все равно где-то я есть. Я слышал, что-то. В каких местах есть. Вот этот трактор привезли, 22 тысячи. Увезти теперь еще надо 22. А этот сразу 35. Такой же платформа-то. Я говорю, познакомь меня с ним. Мы договорились бы, кто-то бы дал там... какого-то теленка, другой там поросенка как-то. Да найти бы хотя бы просто. А да. То говорит, мы, говорит, я, говорит, купил 4 драглайна. Мы, говорит, поработали. А все, говорит, работы нету. Они зачем нужны? Взял их на металл, порезал все. Ну вот такое дело. Если только бы Господь поблагословил. Мы согласны, как бульдозер, за час 1500. За подвозку 22. Я согласен, потому что он ничего больше другого не делает. Топливо-то подорожало, чуть-чуть не согласен. А? Топливо-то подорожало. Ну, подорожало это учесть можно, но не в два раза. Я согласен, за 1000 бы поработал. Сейчас, говорят, литр будет по 1000 рублей еще загонить. Вчера в интернете выяснил. Может быть так, обманывают. Придется коней покупать. Ну, мне очень хочется углубить 4 пруда. 4, за которые заходим. Там, где мог стрелу поворачивать и за дамбу. Тут с берега она обратно жижа стечет. Надо с дамбы, чтобы он поворачивал стрелу туда. А вот бывает такая вытяжная стрела, длинная-длинная. Экскаваторы нет таких? Не драглайн. Да есть, я просто не работаю. А ты постарайся узнать. Mm-hmm. Потому что у драглайна обычно у него длинная стрела. Такая. Да, у него длинная, так он на трассу кидает, то куда он летит у него. А теперь углубляется, он может 10 метров вниз пойти. Mm-hmm. Ну это не знаю, но я видел такие краны, может быть и экскаватор есть такой, ну прям далеко-далеко. Вот мне нужна помощь, вот в этом по крайней мере. С сегодняшнего дня я буду ходить в сетки. Все, спалилось. Потный, а зиму-то сидел в комнате, у меня пузырями все пошло. Батюшка дал лекарство, спаситель называется. Я натерся, у меня все вздулось вот так лицо, я испугался даже. А что делать? Ну, Надежда Васильевна дала немножко сметаны помазать. Вы мне там 1/5 стакашка где-то приготовьте, твердого, на ночь помазаться. Сегодня как будто легче сметаной. Ну, а что, не свататься. Так, я все сказал, а дальше я не хочу больше говорить, и на занятиях хочу в уголке сидеть. Так, ну, брат.